Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Play Market, Крошка, Крошка, All TV, Пика, Госдума, Silver Fox, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Я сегодня выбрал такую карту, где я буду очень сильно страдать и мучиться, так как это новая гигантская заброшенная пиццерия, где я буду искать пацанов. Скажу честно, это будет очень сложно, но я буду стараться. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. Блин, я думал, это кто-то сидит здесь. Еще найти тебе. Карта огроменная, очень. Очень крутая карта. Ребята, эта карта заслуживает 100% вашего лайкосика. Чтобы залететь в Discord, для этого ничего не надо делать, просто зайти. Блин, надо быть очень внимательным, я чувствую. Чувствую запах. Понимаете, я что-то здесь чувствую. Кого ты чувствуешь? Запах. Вони? Да. Говна. Кстати, кто первый умрет, тот лох. О, вот это я согласен. А чё карта большая? Это только самый... это самый нижний это этаж только. А я вообще кого-то найду здесь? Нет, наверное. Зачем? Максим, а ты где? Подскажи, дай подсказку, пожалуйста. А, я на карте. Я вижу, Пика бегает. Я тоже. Так, здесь тоже у нас выключатель, да? О, я понял. Это значит, никто не знает. Все красные кнопки — это выключатели. Да, я уже понял. Или тут нет. Я посчитал, тут где-то 3 офиса. У меня дверь открыл. Не знаю. Почему она такая большая? Че она гигантская такая? А ты где, Дима? Что... А, я в офисе. А в каком? На самом главном. Да их тут 4. Ну я в самом, этом, центральном. Че, я тебя понял, Дима? Ты внизу? Так. А вот тут уже кто-то может ныкаться. Нет, кажется. Ладно, казалось. Дим, тут еще второй. Найду. Спасибо. Блин, это я Диму ищу или Дима нас ищет? Я его сам найти не могу. Я тоже не могу его найти, очень большая карта. А я видел его, кстати, где он был. Я нашел! Ой. Привет, Дима. А ты где ведро? Ой, вот он, я бочка. А, ты будешь ведром у меня. Там летающий хребет, будьте осторожны. Да. Чтобы найти этого Дима оставалась. А зачем ты нас ищешь, кстати? Ну, я хочу вас всех замочить, потому что вы мне не нравитесь. Что мы тебе сделали плохого? У нас такая игра. В смысле игра? Это игра. Ты сказал, ты нам денег дашь, и все. А, хорошо. Я вам денег не дам. Печеньки. Блин, потерялся. О, вот, Дима, я нашел. А че? Нет, так на улице мы не прячемся, мы договорились с пацанами, да. Так. Да. Потому что если еще улицу взять, то это придется, ну, человек 45 брать. И ты и то бы никого не нашел. И то мне. 45, которые ищут. Да что ж тут залы все... Так, я не понял, где я вышел? Блин, это жесть. Так получается, если вы увидите, что я к вам приближаюсь, вы просто убежите? Нет. Я вот лично не смогу убежать. Ого, тут дыра. Нифига себе. Хотя если повезет... Я смогу убежать. А я смогу тоже убежать. Мне хотя мне кажется, он вас на расстоянии убьет, он же по прицелу убьет. Что? Да что ж такое, еще зал. Ой, тут на кухне кто-то стенку сломал чуть-чуть. Да есть там. Дверь мне сделал. Дверь запилил мне. Блин, а я никого не найду, да, получается, на этой карте да, сегодня? Да, никого. Никого никогда. Мы, короче, договорились и так хорошо спрятались. Тут под картой. Тима, зачем ты зашел в невидимость? Как мне теперь тебя найти? А я на складе. На складе? А где склад? А, склад? Нашел склад. Я его вижу, да. Он выделяется. Да. Вот. И где я? Тебя тут нет, нас обманул. Есть. А ты невидимый. Я невидимый. Слышно, кстати, слышно. Слушай. Я невидимый, да. Ну, я вот он тут, бегает. Я ничего не слышу. Вот он сейчас тут. Я тоже ничего не слышу. Да где же игроки? Зачем я такую сложную карту взял? Я думал, я кого-то найду хоть иногда. По приколу. Угу, тебя бы еще найти. Да тут догонялки можно. Опа. Так, Госдума. Госдума. Ты довольно-таки хороший человек. Нет. Я помню, я ему помогал прятаться. Так, ребята, не так все и плохо, я уже первого нашел, и это классный результат. Могло бы быть намного хуже. Дима, ты где его нашел? А я не буду тебе говорить, где я его нашел, это очень секретная информация. Супер секрет. Я нашел его там, где ты сидишь. Кто? Блин, ну вот игровые автоматы, я вижу. Шкафы. Забросал тут все. Я боюсь, мало ли меня сейчас найдут. Найдут. Да не найдут. Найдут. Дима, зачем ты в невидимость ушел? А я шкафы обыскиваю. Ты в невидимость ушел, я видел. Я не, это не, кстати, нас же уже двое, ты тоже вот взял баллон боя. Дима, сказать, где я нахожусь? Давай.
Я нахожусь в нычке в подвале. Так, нычка в подвале. Значит, это Максим где-то здесь. Давайте будем искать запах говна. Да, понимаю. Я позвал свою подружку, чтобы вас искать. Так что готовьтесь. Какую подружку? Ну там подружка, она такая небольшая. Вы не договаривались, алло. В смысле? Нечестно? Ты взял... Что ты на один начнешь. Короче, Госдом где-то в подвале. Так, Максим, ну что? Я думаю, что ты можешь загадывать свои последние слова. Давай, я загадал. Загадал? Да. Что я найти? Да? Не могу найти, да. А что так сложно, да? Ну вот оно почему-то, видишь, как оно? Попробуй взять аниматроника, который по области бьет. Так я уже таким и так бегаю и не могу тебя найти. Ах ты жопа! Да я ж взял, я же за Рокси играю. Где ты? Это самый красивый аниматроник. Ты самый тупой аниматроник. А, хорошо. Вы хотите, чтобы я ускорился? Есть. Не надо, я пошутил, не надо. О, Рокси, привет. А, Госдумаш уже был найден, хорошо? Да. Какого ты взял, мне интересно? Рокси, реально. Рокси? Да. Она не так сильно далеко бьет. Ну вот теперь я всех поубиваю. Сейчас он будет просто бегать и спамить. Нет, я просто знаю, что вы где-то тут шкиритесь на видных местах, но я не могу уже найти вас. Просто кто слепой был. Он бегает и клацает просто везде. Нет, я не клацаю. Не, на улицу не надо, Дима. Да я знаю. Дим, я тебе готов дать подсказку. Давай. Вентиляция. Ну, Госдума. Нет, знаете, Плеймарк объясняет через раз. Плеймарк, ты охренел, ты мою нынешку объясняешь. Капец. Не, он объяснил, нет, он объяснил твою нычку, ЛТБ, это точно. Пацаны, ну что, я не могу, где вы? Прикиньте, будет ролик, это Дима сразу. Ну, Дима. Как тяжело найти карту здоровенная, вы чё? Ты сам ее выбрал. Ну да. Твои проблемы. Блин, ну чё такое? Хорошо, вентиляция, сейчас буду искать вентиляцию. Я уже даже готов сам слиться, чтобы искать. Не-не-не, сейчас, ребята. У моря нет, полетает. И кажется, какой-нибудь Госдума зайдет случайно, меня найдет. Потому что... О! Что? Лох! ЛТВ! Лох. То есть ты все время тут был? Красавчик. Ты молодец. Ты так красиво палишься. Круто, молодец. Бомба я тебя нашел, ЛТВ. Ты какие-то хочешь еще слова сказать, ну там, свою защиту? Так нечестно, у тебя сплэш было. Да? Да. Нечестно, это не прятаться на карте, на которой тысячи квадратных километров объем. Выбрал, я не виноват. Ну вот поэтому я и думаю, что надо обличить. Да ты даже так никого на ней не найдешь, не говоря уже там каждый угол заглядывать. Пойдем хотя бы одного найду. Вот это. Давай, я нашел двоих. Давай, сколько ты найдешь? В подвале это самое. Да блин, Максим. Ну Дима. Ну как тебя найти, если ты не находишься? Зачем тебе меня видеть? Ты куда полетел? Сейчас. Дима, фу. Ты решил, летая, меня найти? Вот здесь по-любому кто-то найкается. Вот здесь по-любасу. Что, Дима, не получается, да? Не могу вообще никак. Ладно. Если бы ты пострелял бы или там гранаты побросал бы. Да обойдешься. А чего? Читер. Есть. Читер. Красавчик. С читами, фу. А что он с читами? Нормально играл? Я видел, как он сначала... Максим, а что ты на кухне ныкаешь? Ой, Плеймаркет. Так, сейчас еще найдем. У меня есть подвал. Отлично, ребята, нас все больше и больше. Наше семейство пополняется. Я в подвале точно спрятал. Я иду еще раз в подвал, сейчас Максима найду. Я думал, что он где-то здесь. Дима, спасибо тебе, что нашел меня. Обращайся. Дима, зачем тебе меня видеть? Я вот объясню. Ты где-то тут, я чувствую. Подожди-ка. Где-то тут, блин, это где? Ну вот, вот здесь вот. Ну тут, да. Да. Ну ты же не хочешь пострелять с дружбайки? Нет. Ну чего? Ну я же не последний остался. Ну так, Фокс, остался, ну чего ты? Отслился? Это не я, это Плеймарк виноват. А. Мы втроем остались? Я про эту мышку. Есть. Так, и меня уже нашли. А, да? Извиняюсь. Живых осталось. Ты, Максим и... И Сильвер? И Сильвер, да. Вы вдвоем. Давай, я хочу опять победить, как обычно, давай. Ты не должен. Ребята, найдите все Максима, пожалуйста. Есть. Не-не-не-не-не. А, блин. Пацаны, все, не буду щелкать просто так.
Не-не-не-не-не. Так, я буду думать как Максим. Вот я вонючие щупальца, да? Сквидвард. Ах ты жопа. Вот я бы мог заныкаться где? Ну, например... На дне океана. Вот здесь. Хорошая нычка. Кто проживает на дне океана? Не, Дим, это бредовое место, вот ты сейчас где смотришь. Опа! Я остался! Блин, а нычка-то у Сильвера была отличнейшая. Но я бы здесь тоже заныкался. Это имбово. Имбово у меня местный. Так, и теперь очень, мы должны все найти Максима. Включаем все максимальный режим поиска. Так, зачем Максим тебе меня видеть? Вот ты должен... Вот я Максим сейчас. Давайте еще раз. Я думаю, как Максим, да? Так, да, допустим. Вот я Максим и лечу. Так, смотрю, здесь. А может, он здесь? Где? Я заходил уже. Блин. Так, Максим. Что ты, голова? Ладно, тебя здесь нету. Максим, а где ты последний раз делал? Может, он здесь? Знает. Я на складе его последний раз видел. Можешь подсказку дать хоть? Я говорил в самом начале, я нахожусь в подвале. Угу. Вот, гасите. Я Диму видел. А где еще подвал тут есть? Тут же большой подвал. Он очень большой. Он очень большой. Есть! Фух, я думаю, это я думал. Ну, раз Дима читает, я буду читать. Так, не, мы должны все его так искать. Дима, ты меня можешь найти только... Убив на расстоянии вблизи, ты меня не найдешь. Зря ты это сейчас... Хочешь, я сейчас читерский режим включу? Какой? Летать, а я буду летать просто вот так вот быстро и кликать. И зачем? Ты где-то. Ну ты же в подвале где-то, вот. Все. Ну это ж читерский режим. Вот кто сейчас за марионетку стоял у шкафа, он прям передо мной был, я уже руки его видел. Повезло, что он шкаф не открыл, я в шкафу упрятался. Молодец, Максим. Если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока. Пока. Всем пока.